Сынок. Папа. Да. Да. Приехали, да? Здорово всем, ребят, всем привет. Ночь, Москва и булки Гарика, бульдога. Бутылки там. Москва что? Короче, здорово всем, ребят. Я нахожусь в Москве, и мы приехали, наконец-то, в хот-дог Бульдог. За это заведение голосовали вы в телеграм-канале Hard Inside, поэтому я просто обязан был приехать, так же, как и к Облому. Что хочу сказать, ролик получился необычным, насыщенным. Снимал я его не один. В кадре у нас оказался еще кое-кто. В общем, располагайтесь поудобнее, чай, кофе, там плюшки, ватрушки, ты меня... Толстенький мой, ты хороший, сидит, борща наливает. Давай там нормально садани. Вот, но а настроение я тебе подниму. Ставь лайкос, подписывайся, стримлю на платформе ВАС. Ссылка внизу в описании, залетай. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Братва, закинул наш телеграм-канал Hard Inside кружочек, в котором пригласил ребят. Первый, кто придет, будет сниматься в ролике. Поехали. Посмотрим, через сколько придут. 25 минут, ребят, всего понадобилось человеку по пробочкам доехать, по московским, понимаешь, как тебя зовут? Егор. Леха. Вот хороший... Егор, это вот это вам тут, это вам не там. Да. Но открою страшный секрет. Вообще, первый человек доехал за 12 минут. Он сейчас стоит за кадром, стесняется. Говорит, не буду сниматься. Да. Короче, мы заказываем прямо сейчас 10 хот-дог. Пробуем их, выбираем топы вместе с моим подписчиком. Почему? Ты меня спросишь, все правильно. Потому что, понимаешь, 10 хот-догов в одно лицо, что-то как-то лицо может немножко треснуть. Так что сейчас мы все разберемся и решим. Все, поехали. А вот и все. Все. Ты меня спросишь, что все? Все правильно. Нахожусь я, значит, уже здесь. Сижу. Понимаешь, и вот оно все. 10 хот-догов. Раз. Рандомных. Которые, понимаешь, вот попали на наш стол совершенно не случайно. К вам повернуты названия. Мы их не знаем. Там пометочки стоят. В меню я тоже не смотрел. Вот как вот, вот скажи мне, как вот обычному, простому блогеру, бедному, несчастному с Подмосковья. Чего я блогер? Стример. Неважно. Вот это обе хуйни. Такие, что я... Ебал ее, мам. Значит, ну я как бы и блогер, я еще и летсплейщик, еще и хардгеймс канал, а там еще сейчас, да, сейчас... Я сказал проще. Полное говно. Значит, как обычному человеку, как? Вот как можно съесть 10 хот-догов? Наверное, можно. Я не съем. Я пиздобол. Я не съем, потому что до этого мы еще снимали, знаешь что, к Обломову заходили. Там, знаешь, какое вот такое, тот с рваной говядиной, там вот так вот прям нарвали корову. Положили, понимаешь, я там чуть с ума не сошел. Поэтому, телеграм-канал Hard Inside. Сейчас вот здесь, смотри, будет магия. Монтаж, понимаешь, монтаж. В телеграм-канал Hard Inside я закинул фичу. Я говорю, приезжайте. Давай, давай. Я говорю, кто первый приедет? Кто не очкошник, понимаешь? Приехал первый, но он сидит за кадром. Знаешь, почему сидит? Правильно, потому что он подснимает. Это большой секрет. За 12 минут, представляешь, по пробкам. Домчал, да, на самолете, на вертолете. Вертолет спустился прямо, видишь, на Пушкинскую площадь. Говорит, это не к Алексею. Я говорю, да, ко мне. А за 25 минут, кстати, да, уже как-то стабильно Егор. Приехал тоже Егорка. Егорка, да, мой тоже подписчик. И давай, иди сюда. Давай, иди, кушать будем, знакомиться. Здравствуй, Егорка. Привет. Ну, давай, рассказывай. Давай, рассказывай, сколько смотришь, да, вот это вот сейчас все куплено. Вот это знакомые, друзья, да. Ну, давай. Не, ну смотрю давно. Как ты попал? Сразу попал? Скажи. Вот всем интересно, вот они сидят, 2 миллиона человек тебе. Ну да, давай. Да, вот как вот. А вот заходишь в Хардскрин, инсайт, как бы, да, телегу открываешь, а там как бы такие мероприятия разные, секретные. И я все раз быстро и по пробочкам. Ага. А где был? Вот как ты выходил? Ты уже одетый где-то был? Я одетый. А я собирался гулять. Ага. А на с друзьями. Да. Ага. На мероприятии это важнее. Пьянствовать? Не пьянствовать. Так, а что делать? Алеша важнее, друг. Надо выехать. Вот это правильно, вот это правильно. Да, а куда ехал? А ехал на пруды. На пруды. А как же друзья? Похуй. У меня друг вот. Вот это правильно. Вот это вот. Прогнулся, так прогнулся. Так, ты знаешь, что там, как? Ты понимаешь, шаришь, нет, что надо. 10 бургеров, понимаешь? Не бургеров, а хот-догов. Надо попробовать. Надо попробовать, я один не осилю. Хотя бы пару раз укусить. Два из них, как там? Экстра ход, дабл анал дестрой пенетрейшн. Так что да, будут очень острые. Я, ну тут можно только предположить. Короче, выбираем рандомно. Понимаешь, просто вот на какой глаза упали. Да, и так как он у меня сегодня гость, понимаешь, право выбора упадет, конечно же, на кого? Правильно, на меня. Поэтому я возьму самый первый ход-дог. Вот здесь вот написано. Написано, я на. А это какой? А это датский.
Ну что, давай попробуем, что там, по два укуса, давай по-простому, как по-нашему, да сейчас начнется здесь вот это все капать, блядь. Слушайте, ну, я тебе так скажу, на вид. Че, это что за хуйня? Пахнет вкусно. Слушай, пахнет прикольно, у меня тоже прикольно, да. У меня тоже прикольно, лучком там, все дела. Ну-ка, оп. Егорка, крупняками берешь? Сашенька, ты крупняками? Пошло, пошло. Ну что, давай, как говорится, за нас. Пробуем, да, чинчи, не пробуем. Ай, ну давай. Ну что, у тебя там? Приятно, вкусно, классически. Огурчик чувствуется. Слушай, ну, у меня тоже. У меня с чем? Мне кажется, там... Эти грибы, да? Видал я, мне вкусовые сосочки почувствовали. Грибы с жульенчиком. То есть это что, я как француз, что ли, да? Сейчас они знают, что добавят. Здесь Франции. О, да вы француз? Le chance final, как говорят у нас во Франции. Я бы еще, кстати, укусил. Неплохо идет. Да, такой неплохой? Нормально. Сколько главное оставить место? Угу. Слушай, ну, по 10 балочкам что поставишь датского? Ну, это прям классика-классика. Угу. Ничего необычного. Ну, семерочка. А восьмерочка крепкая, приятная. Семерочка? Восьмерочка, слушай, ну я так скажу. Вот этому вот я бы шестерочку поставил. Ну, знаешь, вот огурчиков. Вот как-то... Это сейчас Гарик вот меня смотрит, вот уважаемый человек сейчас скажет, ты взял тогда не с огурцами-то, а? Вот так вот попался Гарик, вот так. Кстати, вы в курсе, что заведение это не только... Ну-ка, крупняками, Егорка. Не только... Гарика, а еще и Васильчук Бродхерст, представляешь? Ты знаешь, кто это? Нет. Не знаешь, там сидишь, вот школьник, ничего не знает. Это уважаемые люди. Я что, зря в чиханы вот эти ваши хожу? Не зря. Альяны дорогие, зараза, но вкус. Ну, а мы сегодня не об этом, ладно, мы как еще и в чихану зайдем. Но если, конечно, пригласят, они не посмотрят, там все... Высокого, конечно, полет, наверное, птица, да? Много ремонтов. Ну что, приступаем дальше. Поехали, да, дальше, давай. Слушай, ну, кстати, по заведению, что вообще скажешь? Мне нравится, знаешь, минимализм. Просто, просто. Вот просто, как... Но удобно. Комфорт. Смотри, но здесь вот чисто с друзьями зачилить. И зоны, как бы. Да, с потлачами чисто вот сел, никому не мешаешь, ничего. Раз, бюргер вточил. Пидар. Этот хот-дог вточил, пошел вниз, плюнул он на этих. Гулять. Ну, кто, да. Да, и гулять, главное успеть выбежать. Вот. Но честно, по парковке мы нашлись, прогулялись. Рядышком все улицы, в общем-то, здесь до парков, до всех тоже рукой подать. И метро вот. Да. Прям набрать. Вот, расположение удобное. Так что за геолокацию и за обстановочку вот прям все просто, да? А, согласитесь, прям вот. Прямо. Все просто, да, надо. Да, и лишнего ничего нет. Главное, чтобы хот-доги были вкусные. А мы продолжаем. Ну, давай, давай, как говорится, давай ты первый, давай сейчас. Потом скажут, что ты первый, потом начал брать. Ну, давай. Вот я смотрю вот на вот это вот. Это какой у него? Ким Чин Дог? А у него 4 пожилых сыра. А я еще не взял. Я просто, понимаешь, если вот этот вот не возьму, Егор, ну-ка крупняками возьми. Тут, понимаешь, есть ингредиент. Один. И он как-то случайно напротив меня оказался. Совершенно. Я, конечно, ну, не подстрекатель, да. Но с морковкой попробую. Да, а то они потом начнут. Так, слушай, ну что, вот теперь у меня огурчики. Тут смотри. А у тебя что там? Сыром пахнет прям. А как он у него? 4 сыра. А, ну 4 сыра. Прям. Сейчас попрет. Ну-ка давай-ка. Так вот сверху что там? Ягодки? Я тоже не пойму, вот это что такое? Может, ты как думаешь, что это такое? Думаю, что ягодки. Какие-то как смородина, да, какая-то? Да. А вот это что за стручки такие? Ай, ну давай. Я пожилая петрушка. Поехали. Оп. Слушай, ну здесь смотри, здесь прям нормальная полная тема. Вообще прям наиплотнейший. Я думаю, что одни можно даже наесть. Слушай, вот спокойно. Этот вот смотри. Этот поскуднее было. Слушай, извини меня. Давай сейчас сравним жульен. Опа, пошли лайфхаки. Что ты на это скажешь, а? То тут прям, а? Ты понял, да, лайфхаки. То есть зачем переплачивать, когда можно просто взять? Так, ну что, мы погнали. Зачем переплачивать, когда можно быть подписчиком? Это важный момент. И вообще не платить. А кто сказал? Сейчас заплачу. Так, все, поехали. Ну давай, да. Ай-ай-ай, ну давай. Всем пока! О, знаете, смотри, без окапало все. Как я люблю вот это вот, понял, да? А морковка-то оказалась корейская. Она еще немножко остренькая. Опа. А вот здесь уже баллов на 9 у меня напрашивается. Ой, чуть-чуть, знаешь, такая островатенькая. У тебя как там, ну-ка? Ну, сладко. Прям варенье дает это. Не то. Не то? Классика. Шляпа? Такое, десерт, наверное, скажу. Чисто десерт. Как бы хот-дог на десерт, понимаешь? Не чувствуется вообще. Ну и что там, как у тебя, вкусно, нет? Варенье? Ну, такое, сосиска с вареньем. Такое. Ну, пятерочка, чисто, шестерочка. Ну, чисто думаю, 3 дня вот... поноса и смерть. Я да. Понял. Слушай, ну, я тебе я так скажу. Брал, наверное, у меня больше будет. Ох, у меня вот это вот идет, ты знаешь, сейчас прям, оно еще, знаешь, вот так вот слегка с конца капает. Так, понял? Смотри, надо сюда. Так, я бы еще засандалил.
Гарик, вот это нормально. Вот это тема, кстати. Ты был в туалете здесь? Ты был? Была? Захожу я в туалет, а там как ты думаешь, что? Что в центре туалета? Между кабинок двух. А? Вот поставь на паузу, напиши в комментариях, как ты думаешь, что там. Просто предположи. А знаешь что? Я бы, конечно, пошутил насчет нового шоу Comedy Club, но... Туалет только для Гарика, Бульдога, Харлама. В центре, закрыт. А? В центре Москвы. У тебя есть свой туалет? А у него есть. Вот это я понимаю, вот это уровень. Так, ну, слушай, вот это мне очень понравилось. Вот это вот мой топчик. По сравнению с жульенчиком, огурчик остренький. Вообще прям вот то, что нужно. Прям мне очень вот это понравилось. Вот это я вот левее поставлю, чтобы это топчик. Так, ну что, давай. Лёха, можно обслуживание? Хотел бы упомянуть. Значит так, лайфхаки по обслуживанию, каким должен быть ресторан. Ресторан, кафе, любое заведение. Вы знаете, мы приходим, как обычные потребители, я думаю, многие со мной, наверное, согласятся, да? Ты хочешь, чтобы вот вроде и просто, и вкусно, но при этом, да, вот он застал. Вы знаете, как вот к нам подошел официант и говорит: ребят, может вам что-то помочь, подсказать, еще что-то. Вот это большого стоит. Поэтому, ребят, вот я сейчас спрошу, как официанта зовут, и в конце этого видеоролика, я думаю, надо похвалить. Молодец. Молодец, это очень, очень достойно, что человек так любит, уважает свою работу. Так, ну а мы продолжаем. Давай-ка, ну-ка, сейчас мы что, ком морсика плесканем? Морсик хороший. А чем там? Ну-ка, дай-ка я поколтыхаю там, блядь. Ты-то не шаришь, надо поколтыхать, чтобы снизу там. Смотри, 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 пошла вот так вот. Помнишь, как это? Водку проверяли. Нормальная, нет? Нет? А вы не знаете. Вот так вот, знаешь как, Егорка? Вот так вот брали. И вот так вот. Ты понял, смотри, видишь? Если вот там вот такая вот образуется, значит нормально. У меня всегда образовывалось. Я колтыхать у него. Жалко. Выкидывать был. Но я почти не пил, кстати. Ну так, чисто на праздник, на мероприятиях, на днях рождения. Так, дегустация морса. Что за морс? Ты вишневый, что ли? Да. Обычный. Морс. Ну, просто морс. Морс. Ну, морс. Ну, вот морс. Сейчас я они ждали. Сейчас. Ой, такой морс. Нет. Обычный морсик такой хороший. Сачок, морсик, не знаю, как назвать. Морсик, да, наверное, там у них написано? Ну, давай там, следующий. Что у нас там с тобой? Ну-ка. Вот этот дальний. Ага. Такой домашний. Домашний, дома, знаешь, чисто. Помидорчик. Ну, что было, вот да, в холодосе, понял? Да, закинул. Вот этот вот сыр уже такой, который лежит в холодильнике. Сухой, такой. Он немножко грустно, прям. Убейте меня. И ты просто вот так вот берешь его, стругаешь, он такой, спасибо. И у тебя как он называется? Цезарь? Цезарь. Так, ну, что у меня? Ну как ты думаешь, острый какой? Ну сейчас 100% вот этот будет. Надо, ну, сейчас начнется. Надо брать. Вон она, васаби, вот сейчас. Ай, ну давай, как называется? Корлеоне Дон. О, Корлеоне, вот да? Вот, вот эти вот, да? Дон Капон, да? Что там написано в меню? Ход, чи не ход? Ты будешь рассказывать, да, я тебя уже знаю на это. Ой. Слушай, Тимешко, он куда-то уехал. Вот это что такое, горох? Стручки фасоли или чего это? Вот это вот, да. Что, не понимаю, но очень интересно. Чего? Базилик? Да. Базилик другой. Нет? Теперь такой. Будет такой. Так, ну что, у тебя там, значит, цезарь. Он какой-то грустненький немножко. Ну такой он маленький, да? Ну такой чисто, да, зажопили. Так, но у меня нормальный, у меня тут порви лицо. Пробуем. Егор, ты снимаешь, нет? Крупниками? Бери крупниками все. Так, ну что, давай-то это. Я подсмотрю у тебя, как, идет? Ну, цезарь или нет? Угу. Цезарь прям, оно, да. Сосиска хоть чувствуется? Сосиска чувствуется. Много булочки, вот понял. Ага. Чуть-чуть перебираю. Ну-ка, по 10-балочке-то. Ну, семёночка, ну такую, слабенькую. О, такая, с натянутой, вот да. Как в школе. Как в школе, типа, я исправлюсь, вот это все. О, вот это да, подставьте, пожалуйста, Раиса Захаровна, я к вам приду после урока. Интересно, сколько Гарик их съедает? Кажется, он вообще не ест, он же сейчас похудел на диете. Мы жрем тут стримеров, три корма. За него. Не говори, мне кажется, он острый. Она смеется съедет. Ай, ну давай. Угу. Угу. Такой, знаешь, как будто аджички, вот понял? Положили? Вот это вот аджички. Он не острый. Подожди, а мы хоть один острый уже съели? Нет, еще не было. Как бы шансы увеличиваются. Я не знаю, но он неплохой. Но вот этот лучше с морковкой. Он и побольше. Он и побольше, да. Давай не будешь. Сейчас я знаю, что ты всегда там это. Такое ощущение, что у нас, знаешь, в нашем узком таком маленьком и уютном коллективчике, знаешь, вот этот вот сидит, который... А так, завелся кровь. В комментариях, знаешь, который сидит вот этот. Вот этот. Сашенька. Сашенька, блядь, сидит, смеется постоянно. Ну да. Ну, братцы, не знаю. С морковкой прям конкретно его обскакал. Ну, 6-7. Вот так. Тоже натянуто. Знаешь 6, почему? 6. Знаешь почему? Да, 6. Да, хватит уже за уши тащить его. Пусть возьмет и на следующий час нормально выучит. Знаешь почему? Мне кажется, там, где нет маринованного огурчика. Суховатый, может. Да. Сочности нет. Во.
вот этого вкуса огурчика, а? Солененького, да. Маринованного. Чисто солоноватый, когда, да, заходит. Уже так. Не хот-дог, как бы. Ну, такое, да, уже, знаешь, как бы вот как ты не изворачивай его, а оно что-то не то. Ну, давай следующий, чего ты? Может, по-остренькому? Давай, ты знаешь, нет какой. Ну, вот это, наверное, вот этот, они вот выглядят так, как слушай, будто... ну, вот там вот чем-то зеленым намазано. Один острый? Давай, знаешь как, ты нам скажи, какие два острых? Да, мы попробуем. Подскажи. Нет, один вообще? Дома. Нет, два острых. Не-не-не, там на двойку, да, один, типа? Давай, бери, давай тебе с этим, ты все-таки молодой, на, держи, вот тебе, что это такое? Чипсы, чешо? Начесы? Начесы, я думаю, что он острый. А, да? Ну, начес, не начес. Угу. Да-да-да. Ага, у меня что, горчица просто так налить будет? Что-то, мне кажется, меня где-то обманули. Вот это как называется? Вок? Это, чего? Там сейчас хулио будет какое-то. Сейчас будет хулио, да, 100%. Вок-док, это сейчас знаешь, что мне что будет? Какая-нибудь это... Ну тут смотри. Морская капуста, блядь, вот это вот. Тут зелененькая вот эта штучка. Она как бы вот хулио сейчас сделает. Давай попробуем. А что? Я сейчас покажу. Слушай, ну он такой. Ну чисто можно. На разок. Понял? Ты крупниками брал? Я всем брал. Давай, да. Ты ему тоже свой покажи. А я показал. А надо еще? А, ну что, вок, не знаю, пахнет? Совсем пахнет. У меня уже ничем не пахнет. Я уже что сегодня же? Столько съел этих хот-догов, этих ваших. Ну что, давай, давай, ты первый давай пробуй. У тебя острый будет? Смотри. Оп. Смотри. Все, да? Ну или что, не острые? Хоть детский. Чисто для девочек? Для A-girl? Прям A-girl такой. Ну это остренький. Это ну, он? Он какой-то такой, детский. Ну, чисто, да, для этих. Ну, только так по губам поводить, как вяленьким. Ну, чисто. Так, да. Накатывает, да. Не, не накатывает. Ну, если школьнику не накатывает, правда, он в институте учится, то уж, наверное, это. А уже не школьник, а уже все. Уже все? А уже все. Уже за столько лет вырос, конечно. Смотреть надо. Сидишь, смотришь. Ага. Смотришь, а не нашел еще тяночку там? Была, сплыла куда-то. Ты сплыла и не нужна. Не нужна. Да. А подожди, ну зачем она нужна? Ты, а как искать? Где тебя искать-то? В инстакарточке? В инстакарточке. Ну как у тебя, ну-ка скажи им. Остановский, по фамилии. Ну там где-нибудь может появится. Серега, появится как бы маленький, 25-м кадром. Вы поняли? Вот так он до кролов тяночки, любит да. Ага, сколько понятно, лет, ну-ка, Москва, недвижимость? Ты им сразу скажи, они ушлые все. Машина есть как бы, да. Какая машина? А у тебя нет Range Rover. Там съемка закончилась. Подожди, какой Range Rover? Хороший, комфортный. Подожди, здесь что-то пошло не так. Да? Подожди, подожди, Range Rover какой? Вок вот этот вот ваш или че какой? У меня спорт. Папа Вок. Папе, не хочешь ничего привет передать там? Скажи ему, как папу зовут? Папа Миша зовут. Миша? Да. Папа, у и, меня пожалуйста. Сыночка Миша зовут. Слушай, а у тебя папе еще сыночек не нужен? Я просто не знаю, может там как-нибудь... Папа Миша, у вас такой сын хороший, вы... Да, мы вас от всего канала благодарим. А он-то должен вообще благодарить. Я погроб пол просто кланец. Так, ну давай, ладно, дальше пробовать. Мне что-то так грустно стало. А сколько тебе лет? 19. Мне вот исполнилось, в воскресенье получается. А, ты только исполнился. Да. Вок у него. Или это спорт. Я тебя сам не знаю. Сижу, какие-то булки ем, какой-нибудь занимаюсь. Что здесь вообще делаю, блядь? Зачем я это делаю? Не тех кровов. Ты можешь не капать на этот же все, уже мне грустно стало. Так, ладно, поехали. Давай. Ой, вот это какая-то. Что там? Не хороший, хороший. Кочегарить начал? Нет, кочегарить не начал, но вкусно. Но вкусно. Вкусно. Так, ну скажи, какой у тебя там был еще раз им, чтобы они знали, что приходить брать. Хулио что-то там. Мачо-хулио. Мачо-хулио Иглесиас. Короче, вот ну, эти вот надо брать. Вот его бы взял. Так, там, ну-ка давай, знаешь, мы как сделаем? Который мы рекомендуем. Давай-ка туда, выдвигай. Так, развернем, чтобы видно было. О, опа. Ну и классический, наверное, можно рекомендовать, я думаю. Слушай, да. Ну, я тебе так скажу, я вот пока вот только вот это могу порекомендовать, вот этот чуть-чуть мне не зашел. Какой-то, знаешь, как будто травы туда накидали какой-то. Непонятно. Ну, не хот-дог. Ну, такой, да. С морковкой был вообще, вот я тебе реально говорю, вкусный, очень вкусный. Морковка всегда вкусная. Слушай, ну я удивлен, что вот это порекомендовал. Ну, а? Вкусно. Он прям... Приятный. Хороший, да? То есть взял бы еще. Да. Он прям нестандартный, такой приятный. О, как. Вот так. Ну, давай выбирай, что. Два осталось. Давай мы их подвинем с тобой. Давай, да, Егорки, крупниками. Ну-ка, Егорка, давай, крупниками, бери как сразу. Начало, а? Давай два сразу. Можешь крупным взять? Или что, с вареньем, что ли, еще там? Да, опять это сладится. О, опять на канаебели с вареньем. Да. Так. Ну угу. Что, трюфель вообще? Трюфель. Какой-то он не трюфель. Трюфель?
Кто там, я так понял? Кто там вышел? Улетел, да. А у меня какой-то Джаред Лето. Ну что, по летней? Нет. Ты этот зеленый вот поливает. У меня вот сомнения есть на самом деле. Что, шляпа? Ну вот тут трюфель и варенье. Как может быть вообще трюфель в хот-доге? Трюфель, знаешь, сколько килограмм стоит? А вот трюфель с вареньем? Что такое трюфель? Знаешь, ты им объясни. Он сидит, доширак заваривает, ничего не знает. Гриб. Знаешь, сколько трюфель один стоит? Ну-ка скажи им. Много стоит. Грибочек растет, да. Там какие-то шалопаи ходят, собаками ищут. Такое вот находят. А с чем? Со свинками. Со свинками? Со свинками. Пепой? Много пеп под дубом. Реально со свинкой? Со свинкой ходит. Свинка. А почему со свинкой? А она чувствует его, она любит. Ты видишь, что она носит, смеется. При чем здесь? При чем здесь? Не знаю, при чем здесь. Так, я, короче, летний пробую. С чем там у меня? Ну-ка, дистонор какой-то, давай, дисхонор. Базилик, редиска, ну ясно, да, шляпа. Я так понял, вишня, трюфель, да, что-то такое. Варенье какое? Вишневое, думаю. Вишневое, у них все с вишневое, я заметил. И лучок. Черт, смородина? Так, черт, давай, пробуй. Ага. Ну-ка, давай. Оп. Редисочка. О, вот это деду надо. Вкусный, прикинь. Ничего такого нет. Свежий, сочный. Вот. Потому что да, сочный. Да. Редисочка как бы, салатик лучше. А не как шелуха? Нет, нет. Но отдает немножко родным с Ленинградского вокзала. Хочу кое-что заметить, чтобы не говорили потом. Видишь, хлеба много. Согласись? Проблема. Немного поменьше. Чтобы... Вот этот вот хлебушек, вот эта булка, она перебивает весь вкус. Хлебушек? Да, прям вот конкретно хлеб. Чуть бы поменьше. Ты ешь и прям хлеб. Я бы даже согласился за те же бабки купить, но чтобы чуть поменьше было хлеба, потому что, видишь, прям в разрезе она. И тогда бы посочнее были бы. Да, сразу был бы сочнее, потому что сколько ни клади сюда всяких этих приблуд. А видишь, вот сейчас мне как кусать, тут одна булка. Вот это я тоже порекомендую. Это вот на любителя прям сказал бы. Да? Да. Вот он прям. Он ну потому бы... что варенье с этим, ну что это такое? Ну, вот он не то что-то. Не то? Мне понравилось. Ну удивление. Вот этот летний. Ну что ж, мнение независимых экспертов, блогеров, обычных людей с улиц, понимаете? Ой, которые ходят. Эй, ага, блядь. Вон даже там засмеять. Вот как бы... Вот, как бы наш видеоролик, он сейчас подходит, ребят, к концу. Вы, во-первых, напишите в комментариях, куда нам еще всем вместе сходить, в какие заведения, может, Москвы, может, вашего города, напишите, может быть, какая-нибудь самая большая острая шурма, там есть чуть-чуть. По нашему мнению, вот следующие вот, вот эти вот хот-доги заслуживают вашего внимания. Из минусов, я говорю, наверное, только толщина булки. Все остальное, согласись, стабильно, да. Стабильненько, вкусненько. Ты знаешь, я думаю, даже любитель найдется на вот эти с вареньями, с не с вареньями. По десертному больше. Да, да, да. Так что, что я тебе могу сказать? Ставь лайк, подписывайся на канал, пиши новые из эти ролики, эти заведения. Мальчонку там тоже кто-нибудь приберите. Хорошую только, чтобы девочка была. Хорошая, я проверю, чтобы Милфа придет какая-нибудь. Нам хорошие давайте тут это. Милфа ко мне все. Ну так вот, продолжаем. Значит, у нас финалочка. Финалочка. Мы желаем тебе, знаешь, вкусного, вообще, вот приятного аппетита, потому что ты ешь. Ты 100% сейчас что-нибудь точишь, сидишь, чай пьешь, я тебя знаю. Тань что-нибудь меня жуешь, и пухленький, смотри, какой сидит. Ты сидит, да, худеет, говорит, худеет, да. Вот, так что Гарику и Бродхерам, вот, Васильчука, спасибо большое. Спасибо большое за заведение, хорошее, мне понравилось. Просто, да, простое. Летом, как раз сейчас лето. Во, вот, лето, чисто, знаешь, это? Забежал, вот лето. Один вот хот-дог взял, да. Просто, знаешь, так вот так раз, раз, и все. Можно даже с собой. Да. Кстати, взяли, как он, облепиховый, мне тоже понравилось, да. Сахарочку сюда поддал один, и все, и пошел счастливый. Да, хот-доги вообще классная тема, потому что на вынос. Так что спасибо вам. И сытно. Да, спасибо вам. Ну давай там привет тоже, может, кому друзьям этим шалопаем передай. Привет. Они потом тебе скажут. Что сессию хорошо закрылись. У вас сейчас начинается. У вас очко сейчас сужается, то, что сессия. А у меня автомат есть. Все куплено, я понял. Папа, Миша, еще раз привет. Всем привет, да, кто на что учился. Я учился так, все нормально, все хорошо. Ну так вот, все, ладно, давайте, не грустите там, не скучайте, жду ваших комментариев. И не забывайте, ребят, подписываться на телеграм-канал Hard Insight. Я там сейчас все выкладываю, там да, вообще прям прет, там из всех щелей рекламы нет. Да, чтоб вам удобнее было. Все, всем пока, удачи. Чек, чек, чуть не забыл. Сколько булка-то стоит? Сколько булки у Гарика стоит? Стоит, ребят, ну, в среднем 350 рублей. Вот, каждый, я думаю, для себя найдет. Кстати, моя, вот эта вкусная, моя мне очень понравилась с этой морковкой. Его знает, они там все написаны. Ким Чин, мын, тым. Вот, а так что все вкусно, все понравилось. Все, давай, удачи. Все?